Поздравляю с праздником светлым и радостным, воскресением Христовым. Настроение письма Евгении, жительницы Мозыря, беззаботно и едва передает ужас событий окружающего ее мира. И только дореволюционная грамматика русского языка, почтовый штамп и место работы адресата, штаб главнокомандующего армии, позволяет соотнести исторический документ с ее эпохой. 1916 год, самый разгар Первой мировой войны. На западе Беларуси проходили очень упорные бои периода Первой мировой войны. Мозырь, в общем-то, не являлся городом на линии огня, но это был город ближней прифронтовой зоне. Ужас и быт начала 20 века на фронтовых фотографиях, плакатах, открытках. Выставка, посвященная столетию Первой мировой войны, открылась в выставочном зале. Особое место в экспозиции занимает интерактивная зона. Чтобы как-то разнообразить вот всю эту обстановку, вот этих фотодокументов, мы решили сделать такой небольшой уголок. Ну, это, скорее всего, рассчитано на наших молодых посетителей, на юношей, которые, может быть, придут и захотят себя как-то почувствовать, немножко в том времени, что ли, окунуться. Реконструкция блиндажа позволяет судить о неудобствах, с которыми столкнулись солдаты и офицеры царской армии. Взамен великосветских приемов и танцев с обворожительными барышнями – походная утварь и деревенский интерьер. Из произведений искусства – агитационные плакаты. Только здесь враг безжалостен и комичен. В реальности ура-патриотизм сменяется ощущением надвигающейся катастрофы. Если говорить только о Российской империи, то, в общем-то, все это известно, чем закончилось отречением императора Николая II, крушением дома Романовых и, в общем-то, впоследствии братоубийственной гражданской войной. Вот такое значение, в общем-то, если говорить конкретно о нас. Особое внимание на выставке участникам военных действий, как, например, фигура офицера царской армии, который залечивает ранения в Мозырском госпитале. Подозревают ли военнослужащие, что из памяти потомков их Вторую Отечественную войну вычеркнет революция? И, конечно, обреченные лица беженцев и гражданского населения, забытые ужасы из другой мировой войны, где победитель не смог нацепить маску невинности. Выставка продлится до конца августа. Вячеслав Приписнов, телеканал «Мозырь».